Дом моды «Ласка» снова дарит подарки. В Энгельсе прошел уже ставший традиционным розыгрыш подарков от мехового салона. Кто получил главный приз – роскошную шубу, узнал наш корреспондент. Показ меховых изделий и розыгрыш призов. Жители Саратова и Энгельса уже знают, что это подарок для них от дома моды «Ласка». За короткий срок это уже третий розыгрыш для постоянных клиентов. Каждый розыгрыш у нас такой достаточно масштабный. Мы разыгрываем более 50 призов. Это были головные уборы из меха, норки, кролика, были меховые варежки, различные аксессуары, горжеты. Ну и главный приз, конечно, шуба. Мы разыграли уже 3 изделия достаточно больших. И получается, если сложить все розыгрыши, более 150 призов. Правила для участия в розыгрыше просты. Нужно было воспользоваться услугами меховых салонов, химчистки или кафе «Ласка» и получить купон розыгрыша. После того, как почти все подарки нашли владельцев, приступают к розыгрышу главного приза. У нас уже есть победитель. Он еще об этом не знает. Но в его гардеробе буквально через несколько секунд окажется новенькая шуба от дома моды «Ласка». Главный и самый долгожданный приз розыгрыша – дизайнерская шуба. Победителем неожиданно становится мужчина. Говорит, жена будет рада такому подарку. Участвую практически каждый розыгрыш по мере как бы того, как носим вещи, сдавать в химчистку. Если честно, никогда не выигрывал даже утешительных призов. А в этот раз мне повезло выиграть шубу жене. Тех, кто в этот раз остался без подарка, сотрудники дома моды просят не унывать. Это не последний розыгрыш от «Ласки». В декабре перед Новым годом постоянных клиентов ждет еще один. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.